Сначала покажу вам хайлайтер от Moa. Очень дает деликатное свечение и переливает он с какого-то золотистого, каким-то фиолетовым даже отдает. В общем, очень красивый такой оттенок. Как можно заметить, вот уже такое углубление. Я интенсивно им пользуюсь. Вот такой вот он. Очень интенсивный, но тем не менее его можно растушевывать и варьировать, соответственно, какая интенсивность вам нужна. Либо чтобы очень светилось лицо, либо так очень деликатно. Сначала я вам покажу вот такую вот палетку. Здесь присутствуют как и светлые оттенки, так и темные. Как вы можете заметить, я ею тоже очень интенсивно пользуюсь. Я на руку нанесла базу под тени. И сейчас один за одним вам покажу оттенки, которые находятся в этой палетке. Это такой светлый оттенок, немножко такой меловой. И все эти оттенки тени, они немножко замыляются, поэтому иногда пальцем их тяжело нанести, но кистью они наносятся хорошо. Следующий оттенок, он такой уже более золотой. Очень красивый оттенок, такой золотистый, осенний цвет для меня. Еще один оттенок, это уже такой светлый оттенок, но он больше похож на хайлайтер. Такой светлый оттенок, который придает свечение векам, либо можно использовать его так же, как хайлайтер. Еще один оттенок, это у нас такой медный. Медный немножко даже, я бы сказала, с розовинкой, наверное. И также он переливается перламутром больше. В общем, в этих палетках нет оттенков, которые идут с шиммером каким-либо, мелкого помола, крупного, неважно. Они все идут сатиновые либо матовые. Если я смогу его набрать на пальчик, потому что он очень-очень замыливается, видно его, но очень еле-еле, так совсем практически не видно. Но на глаза он наносится. Им очень хорошо выделять складку века. Я обычно этим цветом, в принципе, и выделяю складку века. И следующий оттенок, это уже такой медно-золотой, уже темный такой, именно потемнее, чем предыдущий, чем вот этот медный. Тоже очень красивый оттенок. И тоже наносится хорошо. Все оттенки, которые идут сатиновые, они очень хорошо наносятся и набираются. И перейдем уже к следующему ряду. Здесь у нас первый оттенок, он очень хорошо набирается. И он такой более сероватый, но уходит в какой-то тоже вот золото. Я даже не знаю, как его описать, как-то мне и серым переливает, и коричневым, и в то же время золотинка какая-то присутствует. И следующий у нас оттенок, это серый, именно серый оттенок, очень хорошо пигментирован, мне нравится он. И следующий оттенок, он тоже такой, похож на хайлайтер, но немножко сероватый. Вот предыдущий серый, он темный был, а этот светлее. Следующий у нас, это уже такой коричневый, медно-коричневый оттенок. Тоже немножко отдает в медь, но тоже смотрится красиво. Даже медно-розовый, что ли. И последние два оттенка, это темно-коричневый. Он идет без сатина. Практически, малое вкрапление, наверное, его здесь присутствует. И черный оттенок, который не набирается совсем. На кисть набирается только влажным способом. Он, кстати, тоже идет матовый, я забыла вам сказать. Матовых оттенков получается здесь 1, 2,
3 вместе с черным, и если считать коричневый, то тогда 4 оттенка. Вот такие вот все оттенки идут в этой палетке. Очень мне понравилось, за исключением некоторых оттенков. И название оттенков у нас на обороте. Теперь перейдем к второй палетке, тоже от MUA. Первый оттенок у нас идет тоже светлый, как и в прошлой палетке. Он уже идет не матовый, а тоже как хайлайтер. Следующий оттенок это уже такой, он сатиновый, очень сатиновый и нежно-нежно такой розовый. Следующий оттенок это у нас уже идет оттенок матовый. Я его обычно наношу на все веко, потому что он практически с ним сливается. Вот на моей коже навряд ли будет видно этот оттенок. Ну, немножко видно. И следующий оттенок это уже такой коричневый, он молочно-коричневый, что ли. В то же время светлый и в то же время, смотря под каким ракурсом посмотреть, он немножко становится темнее. Следующий оттенок, я его тоже наношу обычно в складку. Эта палетка вроде бы кажется намного темнее по своей цветовой гамме, но вот эти вот два оттенка, которые я наношу на все веко и прорисовываю складку, они мне подходят на более дневной макияж. Следующий оттенок это золотой. Именно золотой оттенок. Он мне очень нравится. Поистине золотой оттенок для меня бестселлер. У меня никогда таких вот золотых оттенков не было. И перейдем уже ко второму ряду. И первый оттенок со второго ряда у нас такой коричневый. Но он немножко такой вот отливает болотным, что ли. В нем присутствует золотой какой-то отлив и в то же время болотный. Даже какой-то грязный, такой грязно-болотный оттенок. Следующий оттенок это розовый оттенок. Он без каких-либо добавок. Тут даже минимальное количество сатина, я бы даже сказала. Но такой вот именно розовый оттенок очень красивый. И следующий, это у нас тоже такой коричневый оттенок, но он уже отливает таким медным, что ли. Либо таким вот медно-розовым отливает, какие-то вот как вкрапления, но это не шиммер. И следующий у нас тоже такой черный оттенок. Он не матовый, наполовину матовый получается, но он тоже мало пигментирован. Но как посмотреть, намного лучше, чем из первой палетки. Также кистью его нанести можно, он просто замылен, так как я только что пальцем елозила там, а кистью он набирается неплохо. И следующий оттенок это такой серый оттенок. Я нанесу сюда, потому что уже некуда наносить. Он очень мягкий, очень такой серый-серый. Точно так же, как и все остальные оттенки, сатиновый. Тоже переливается. Очень красивый оттенок. Вот все цвета поближе. И вот такие вот они в палетке. В принципе, мне эта палетка даже понравилась больше, чем вот эта вот. По качеству я могу сказать, что замыленным оттенком таким оказался вот этот вот оттенок. В целом я заказом довольна. Я довольна, что я попробовала это все. Если вы хотите присмотреться к этой косметике, советую присмотреться к такому хайлайту. И к вот этой вот палетке, которая идет с такими вот оттенками, эту советовать не буду, так как я сама ею редко пользуюсь. Вот такой вот был мой обзор, надеюсь, вам он понравился. Надеюсь, я вам чем-то помогла, от чего-то, может быть, даже уберегла. Спасибо всем за внимание и пока-пока!